сниму. Нет, вот помнишь, говорила ты мне, где-то за базы. Это могилы, не знаю, может, частники, ну, нет, войну убирали. Это вот где они? На Юдинке, вот тут вот, где была база, за базой. А сколько там было, вот не помнишь, ну, примерно две хотя бы. Две могилы или три там. Две, да? А что говорили? Нет, что там, солдаты там. Во время войны умерли или хоронили. Я забыла. Вот. Это у мамки надо спросить. Ага. Сейчас пойду картошку собирать. Ну, спросишь, не забудь, да? Ну, да. Вот, и слушай. Я хотела сходить, а там в этом году это какое... Не знаю, косили, а то косил этот мой. Слушай, вот, а так. Вот если, допустим, тебе вот привезут, ты можешь показать примерно вот местоположение? Не могу, это надо. А? Не могу я. Нет? Ну, примерно хотя бы, вот тут, они, у них же приборы есть. Ну, там, наверное, даже железные ограды были. Да ты что? Матерью спроси. Ну, ты спроси у нее, хорошо? Не надо, спрошу. Вот. И, слушай, сейчас я там... Я у Таньки спрашивала. Так. Она говорит, не знаю ничего, забыла. Ну, они же были, правильно? Рассеянный склероз. Ну, Тань, ну, помнишь, мы как... Эту, собирали какую, кору стерегли, я у них там жила немножко, на Юдинке. А мы после, ну как, прогонят это, и кору стерегли, там оградки, вот мы ходили там, и там оградки, чьи-то оградки. Слушай, а сейчас там ничего нету, ни базы, ничего, да? О, а тут, как это, в 90-каком-то году-то, ПХ-то, а потом он разобрал его. Понятно, забрал. Ну спроси тогда, ладно? Ладно. Спасибо.